доступная цена 400. 106 horsepower. Очень хорошая, очень управляемая. И эта машина немножко побольше, но тоже очень хорошая. Да, X-Ray. То есть сегодня АвтоВАЗ имеет полный модельный ряд, в зависимости от финансовых возможностей, от потребностей. Очень качественные автомобили, хорошие переключения, ровные работы двигателя, хорошая тормозная система подвески. Обе машины мы проверили, я специально немножко попробовал тормозить и переключаться. То есть мне уже достойно. Спасибо большое. So I mean, first, I'm very happy to be in Kazan today. В первую очередь, я искренне рад быть сегодня в Казани. And why? Да, и, собственно, почему? We have 500,000 Ladas in Tatarstan. В Татарстане, на дорогах Татарстана ездят порядка 500 тысяч автомобилей Lada. Lada Vesta, we start production 25th of September. Lada Vesta мы начнем запуск серийного производства 25 сентября. The second Lada X-Ray, we start production 15th of December. Lada X-Ray, запущено массовое производство серийного. In Toyota. Today we have built 25 cars. Сегодня мы построили 25. And between now and December we will build another 500. И к 15 декабря мы построим еще порядка 500. Новые модели, все, что мы сегодня делаем, все это мирового уровня автомобилей. Рекомендую, советую, значит, покупать наше отечество, российское. Спасибо.